Бегом, бегут.
strana decisa. Вышел из игры. Это короче, погиб. Булочки сейчас будем собирать. А грибочки здесь не растут. Ладно, сделала. Так. Так.
fois à quatre. Un rostro-excerpteur Manchurie. Manchuritarni-excerpteur. Oui. Косметичку дадут эксклюзивную. Видишь? Так.
Помираю уже.
Дарили-то, убогие. Вот с кем приходится работать. О, нужно зажать спейс, чтобы умереть. Видите, как это важно. Россия все время проигрывает. Странная игра. Добавлю правду жизни.
Сектор Маньчжурии. То есть и коров, что ли, нет у них. Свет клином прям сошелся на эту Маньчжурию. Это типа кошки. Тип кошка. Это что такое, непонятно вообще. Победили, как всегда, и запустят ракету. Что это значит? А в прошлый раз мы победили или проиграли? Почему Россия все время проигрывает-то, непонятно. Меня угробили дважды. Нормально. А в остальных, наверное, промахиваются специально. Так, правило. Составлена программа, что русские промахиваются. Игроков. Энфилд Хиков.
Guarda, costruisci.
Cinque nam mi pastaiuri mi taktoša možno jo mi zarabotriša možno jo ački kakit kaki naka autočtak simpli a rubrija ale toka atin možno vybrat dva iz trioh. Ужас. Можно попробовать в куртке. Можно в куртке попробовать.
его домой оказался мусор в городе. Непонятно. Почему я им управляю? Я им управляю, а не просто так. Непонятно. Я не мертв, а играю за другого. Непонятно. Ну ладно. Машинку надо тут. Наверное. Может, не дадут. Ух ты. Твою ж. Твою ж мать, а. Ни хрена себе дали машинку. Yeah. Ой, какая неповоротливая машина.
prochaine. À bientôt, merci. Это жутко неудобно, что не подсвечен противник.
Boschka. Boschka. A co mi jest tyle? Pojem młodka kotka. Ja mam tyle jako pracowniku. Sabaka. Я всегда за тех, кто побеждает. Почему Россия все время проигрывает, то вот это непонятно. Где правда жизни-то? Жуткое количество XP заработали. На этой оптимистической ноте заканчиваем бета-тестирование Battlefield. Что-то с балансом нам надо сделать. Россия все время побеждать должна, а не Америка. Это же они как-то оторваны от реальности в этой игрушке. Надо им что-то делать. Всем пока. Спасибо за внимание. До новых встреч в эфире. Спасибо разработчикам, что пригласили на бета-тестирование.